Всем привет! Сейчас буду заводить машину после чистки дросселя. Вот, чтобы вам показать температуру двигателя. Сейчас посмотрим, какая на улице. Минус 20 сейчас. Температура в моторном отсеке минус 14. Сегодня утром заводил. Вот, решил сделать видео для клаберов. Показать, какие у меня обороты получились и что с этим делать. Печка включена на двоечку. Так, заводим. Так же, как и утром, обороты были, в принципе, практически. Только утром я без печки заводил. Обороты около 2 минут. Да, вот так же 800 были. Сейчас 13 минут, плюс-минус там секунды. Сейчас посмотрим, как будут вести себя обороты на прогреве. Двигатель GA16, Альмира N15, 98 года. В очень плачевном состоянии. Потихоньку. До чего возможности доходят, исправляем. То есть до этого у меня обороты вели себя следующим образом: коробка автомат, и на светофоре после остановки на светофоре обороты падали до 55. Вот сейчас начали подниматься немножко обороты. Обороты стали падать до 550 тысяч, и машина вся вибрировала, как автобус, короче. Как на автобусе все, вибрация, но это еще может быть из-за резинок, но факт в том, что обороты так не должны быть. Дроссель чистился, не снимаясь, так как сильно опыта слесарных работ большого нету, и решили не снимать, не лезть в дебри, а так сверху попробовать для начала почистить. Результаты свои дало, но появилась так называемая лесенка на 1000 оборотов примерно, и что мне не особо нравится, это когда сейчас я останавливаюсь и встаю на паркинг, обороты около, ну, вот примерно как сейчас, такие обороты появляются. Вот. Приборы все работают, при этом как бы ничто не, как некоторые писали, там при включении там света или печки обороты падают до нормальных. У меня обороты падают до нормальных, если я потом после паркинга включаю дэшку, обороты упали до нормальных 800. Опять паркинг включаю, все, обороты нормальные. Ну, сегодня, сейчас все это покажу. Сейчас 3 минуты, машина уже работает. Вот начали обороты подниматься. Сегодня утром у меня поднимались до 2100 примерно. Может, 200. Температура еще внизу. Вот, начинаем взлет. Утром сегодня на 5-й минуте прогрева примерно обороты начинали падать, и утром было минус 16, по-моему. Сейчас холоднее становится, крещенские морозы нынче. Сейчас минус 20, температура минус 14 была. У меня автопрогрев по температуре стоит на минус 15 градусов, потому что минус 20 побаиваюсь, рискованно для меня заводить. Стартер подмерзает, и его
вот с дросселем были проблемы, ну, не знаю, сегодня нежелательно мне не завестись. А вот завтра, если что, можно будет завтра до 30. Вроде как температура. Завтра можно будет попробовать ее выставить на минус 20 на автозапуске и посмотреть, как она в минус 20 заведется. Датчик температуры на сигнализации стоит у меня на трубке, куда идет шланг с радиатора, с большого круга, то есть там ушка есть, и мне в сервисе его высоко сделали, на, чуть ли не там над крышкой клапанов, то есть температуру вверху измеряла. Вот, я поставил пониже, как-то в середину моторного отсека получается, и прикасается датчик к металлу. Ну, в 9 утра я заводил, двигатель прогрелся до рабочей температуры, в моторном отсеке было минус 3 градуса. Вот, все. С 9 утра вот до 4 дня она остыла до минус 14. Ну, не знаю, может быть, и заводилась еще, когда я спал. Ну, обычно часов 5-6 при таком морозе она до минус 15 остывает. Двигатель войлоком укрытый. Ну, вот видим, уже было 13 минут. Сейчас 6 минут прошло. Обороты пока, ну, там 2. Смотришь глазами своими, обороты 2, а на камере кажется как 1900. Сразу прошу прощения, снимаю на телефон. Качество будет не очень высшее, но думаю, тут сильно движений не происходит. Все видно и понятно будет, сам процесс и смысл, я думаю, будет понятен для тех, кто уже столкнулся с этим вопросом и хоть немного знает. Кто вообще не понимает, то тому вообще ни к чему смотреть это. Так, ну вот, прошло 7 минут, обороты, как видите, начали резким таким толчком падать, и температура начала у нас подниматься плавно. Вот, еще раз уточню, что включена печка, воздушная заслонка температуры открыта полностью, то есть на горячий воздух. Печка на 2 оборотах, и причем воздушный фильтр салона я вообще убрал оттуда, вырезал бумажный фильтр, рамки обратно вставил, пока зима. Ибо грязи там было, хоть картофель сади. Ну, сейчас 1400 примерно оборотов. Ну, я ожидаю при прогреве, после прогрева, что обороты будут 1100 примерно, останутся и не упадут, даже когда двигатель уже прогреется до своей рабочей температуры, то есть до 80-90 градусов. Термостат у меня на 84 стоит. Перед этой зимой ставили термостат на 84. Ну вот, как двигатель прогреется до 84 градусов, обороты все равно не упадут. Вот сейчас видите, температура уже, наверное, не знаю сколько там, градусов 40, наверное, начальное деление. Альмерочка старенькая, тут еще все стрелочками, циферками. Мало что показывается, более точных показаний не удастся снять. Сейчас обороты 1250 примерно. Стрелка находится посередине между 1000 и 1500. Вам кажется, что чуть меньше, но это просто из-за положения камеры, так кажется. Тут рулевая колонка мешает мне ниже снять. Ну, если так, только поставить камеру. Вот так.
уже прошло практически 10 минут. Но утром за 10 минут у меня уже без включенной печки. И печка, причем включена, с улицы берет воздух. У меня утром она за 10 минут уже до рабочей температуры прогрелась. И было на улице минус 16, сейчас минус 20. Сейчас сделаю печку по салону, чтобы не так быстро остывал радиатор. Ну, в принципе, до чистки дросселя, когда у меня стрелка температуры уже была, вот даже раньше, уже на начальном делении она была у меня, уже у меня обороты падали до 800 примерно. То есть до чистки дросселя у меня обороты были нормальные, холостые. Но меня не давало покоя вот эти обороты на светофоре. То есть машина бывала аж чуть ли не там глохнет там. Ну, до 500 бывало, даже чуть меньше 500 проваливались обороты. Ну, это редко, но все равно это, ну, это ненормально. Вот. Ну, как видите, обороты не падают. Вот. И до чистки дросселя при прогреве обороты в принципе нормальные. Ну, тоже когда как бывало, глючили обороты. То есть бывало, я на паркинг стану, у меня обороты лупят там, вот как сейчас примерно, даже бывало 1500, я ничего не понимаю, включаю дэшку, обороты падают, опять включаю паркинг, все нормально. То есть глюки были, может быть, это я не знаю, что это может быть, даже датчик массового расхода воздуха, он бы, в принципе, влиял на расход. Но расход сейчас я заливал 20 литров, у меня 20 литров до чистки хватало на 150 километров 95-го. Роснефть, оригинальная Роснефть. Вот, сейчас я проехал 55. Ну, у меня там еще литров 12, наверное, точно есть. Но я думаю, должно хватить на 150 километров. Посмотрим. Вот. Ну, вот, видите, температура уже нормальная. Все, но обороты все колом встали вот на этой отметке. 1100 примерно, да, 1100 оборотов. И не падают. Уже машина работает 12 минут. Работать еще 3 минутки поработает, я думаю, 15 минут прогрева для автомобиля в мороз, и это вообще достаточно до рабочей температуры. То есть при этой температуре уже я прогреваю коробку, и все, и попер. То есть даже не потихоньку, а уже нормально, в принципе, километров 40 уже сейчас можно ехать, пока прогреется остальное, подвесочка и все остальное. Ну, вот обороты. Обороты колом стоят. Еще пару минут. Посмотрим для достоверности информации. Видео снимаю для клаберов, чтобы для специалистов уже на форуме, чтобы, может, что посоветуют. То есть дроссель не снимался, никакие датчики, ничего не снималось. Снялся фильтр воздушный, вот этот с сеточкой вместе, и все, и попшикалось просто туда. Просто туда попшикалось, все это подоткисло немного. Машина на снятом фильтре завелась, пропердели ее, прогазовали на максимальных оборотах. Все, заглушили, завели, все, обороты в норме были. До того, вот, до недолгого времени они были в норме. Вот. Ну, в принципе, практически сразу они вот начали вот такую вот лабуду показывать. 1100 вот оборотов, вот эта цифра кардинальная. Ну и ступенька тоже имеется. То есть при
резком газе, тоже зафиксирую это, обороты бывает через ступеньку, бывает просто останавливаются на этой же отметке, как сейчас. Все, и больше никуда не двигаются. Опять же, если включаю деху, все нормально. Обороты 800, и все ровненько дальше работает. Как бы, в принципе, это не критичные обороты. Говорю, у меня до чистки дросселя бывало заглючит и 1500. На паркинг-стану у меня 1500 оборотов. Как бы, в принципе, на 1100 двигатель достаточно тихо работает и нормально. Не доставляет дискомфорта. Ну вот уже 15 минут машина прогревается, обороты стоят на одной отметке. Ну вот сейчас включу дэшку и посмотрим, как пойдут себе обороты. Нажимаем тормоз, включаем дэшку. Все, обороты упали. Возвращаем на парковочку, отпускаем тормоз. Все, обороты. Все стоит колом. Все, 800 примерно. 800 оборотов. Температура уже, ну, практически на середине. То есть рабочая у меня, ну, на середине стрелка находится. Вот, и время уже. Сейчас газнем до 4500. Ну, в принципе, вот видите, как повела себя стрелка. Еще разочек сейчас сделаю. Так вот зафиксирую. Оп. Вот оно. Вот оно. Ну-ну-ну. И все. И на месте. Примерно чуть больше 1000. Чуть больше 1000. Отсюда сверху камера снимает. Кажется, что меньше, чуть меньше 1000. Ну вот видите, ямка. Ямка на 800 и опять на 1000. Ну, 1100. Оп. Нифига. Так, и снова тормоз, дэшка. Оп, нормально. Все нормально. Температура рабочая практически. Так что вот такие пироги. Единственное, что сегодня еще я попробую, это сниму клемму. Попробую обнулить компьютер. Посмотрю, как себя поведет она. Сейчас поеду, все это сделаю, по делам еще мотанусь, вот, и посмотрим тогда, как дальше будет себя все это дело вести. Ну, в принципе, еще планируется еще раз прочистить дроссель. Как бы снимать смысла мы не нашли, потому что двигатель масло пьет просто литрами, и там все равно все засрется. Но там грязь была, конечно, но была она жижа, то есть в жидком состоянии. Как бы, в принципе, оно все равно там все это дело сгорает, как бы, и при учете, что такой расход масла, как бы смысла особо снимать нету, в принципе. И вообще я не вижу смысла снимать, если проблема решена, в принципе, с оборотами на светофоре, то зачем заморачиваться и все там снимать. Ну, неделю такой езды с нашим бензином и с нашим качеством масла, и все будет опять в такой же, ну, не в такой же, но минимальное загрязнение все-таки, я думаю, будет. Поэтому смысла я не вижу снимать. Ну, кому хочется, пусть тот снимает и вот занимается всеми этими монтажными делами. В принципе, это помогло, но не до конца помогло. Вот, еще планируется
попшикать на заведенные уже, попшикать прям туда, прям прогазовывать, пшикать, то есть как на карбюраторе делать те же самые процедуры, как почистки карбюратора, так же самое и с дроссельной заслонкой произвести, ну, посмотреть, как себя все это будет вести. Просто непонятен факт, многие на форуме тоже писали, вроде ничего не откручивалось, вроде ничего не снималось, просто попшикалось, прочистилось, должно быть лучше, но почему-то обороты вот так вот гуляют. Либо это какой-то датчик уже все отслужил свой положенный срок и начал болеть, то работать, то не работать, и барахлить начал. Либо это, я не знаю, что это еще может быть. Ну, вот, я еще до конца не врубился. Есть клапан холостого хода, как на форуме пишут. Я так понял, он похож на тоже винтик такой конусный в конце, похож на как на карбюраторе на Жигулях. Вот, что вроде как его, если прочистить еще, тогда вот эта проблема, в принципе, решается. Вот я так до конца и не понял, он ли это, или это речь идет о пружинке, там, тарелочке, вот, которая писает. То есть в этот механизм пока я не врубился, как бы лезть и не собираюсь туда, потому что, говорю, в принципе, то, что мне нужно было, того я добился. Для меня пока не проблема брать с помощью коробки передач, переключения ее при паркинге на нормальные обороты, как бы это, в принципе, не проблема. На светофорах обороты нормальные. Обороты 800, как и положено, до 1000 они не поднимаются. Именно вот когда паркинг, когда на паркинг я встаю, тогда у меня вот такие вот обороты. Вот. Поэтому вот уже прошло у нас, так, было у нас 13 минут, 22, получается, минуты прошло, температура уже рабочая, в салоне Ташкент уже, вот, обороты вот такие, сейчас еще газну до 2, ну, до 2, видите, все нормально с оборотами, до 4,5, ну, вот, чуть-чуть, оба, все нормально, в принципе, нормально, вот, непонятно, то есть, такая вот вещь творится. Всем спасибо заранее, извиняюсь за качество. Первое вообще видео снимаю по этому поводу. Вот, еще может быть для клаберов сниму видео, как менять фильтр салона, фильтр печки. Вот. Потому что сам искал, давно не решался залезть туда. Вот, пробег у меня 206 508, очень большой уже. Вот не решался залезть, потому что не знал, как снимается это все там, и я думаю, мелочь, да, информация, может, кому-нибудь будет полезна, потому что там все очень легко и просто делается. Фильтр, я говорю, я не поменял, я просто из рамок вырезал фильтр бумажный и рамки эти ставил обратно, так как они там закрывают эти места. Без этих рамок бы печка бы не работала как нужно, было бы холодно. Вот, сейчас проблема с запотевшими стеклами. В принципе, это не проблема вообще, они не запотевают. Даже вот при включенном рециркуляции по салону, сейчас было включено, раньше все запотевало, прям практически моментально запотевало, и воздух не то что горячий, а прохладно даже становился. Сейчас все нормально. Вот. Ну и, кстати, сейчас показать. Свет сейчас выключен полностью. Работает только печка на двоечке. Обычно она у меня на единичке после того, как я фильтр убрал. Вот, включаю габариты. Стрелка, в принципе, на одном месте, потому что в габаритах в голове светодиоды, в панели приборов светодиоды, в подсветке печки светодиоды, только сзади габаритной лампочки
оригинал накаливания. Вот, и ближний свет включаем. В принципе, ничего практически не происходит. Чуть-чуть обороты немножечко упали. Прям вот, прям на 100, наверное, оборотов. Да и то даже, может быть, не на 50, а 50-25 оборотов немножечко упали. Вот, в принципе, вот такие дела. Всем спасибо. Всего доброго.